Юные профессионалы учатся программировать и собирать роботов. Участники профориентационной смены «Город мастеров» изучают основы программирования и работы с электросхемами на компетенции интернет-вещей в ВДЦ «Смена». О том, на чем базируются самые современные цифровые технологии, ребята узнают именно здесь. Вместо скучных лекций – увлекательная практика, которая дает ребятам лучше понять основные принципы работы той или иной техники. Устин Савельев и Даниил Маланин работают над новой конструкцией и четко поделили обязанности. Данил отвечает за сборку платы, а Устин – за программный код. Командная работа дает свои плоды, тем более, что это не первый их совместный проект. До этого у нас была конструкция «Жук». Он уже был собран. Мы к плате, делали, подключали всякие провода, чтобы он по-разному работал. В ходе курса сменовцы переходят от простых задач к более сложным, чтобы в конце собрать все элементы воедино. Совсем скоро ребята приступят к масштабным проектам, в которых потребуется применить все полученные знания. Вначале они изучают основы электроники, собирают схемы из конструктора RoboJook, а затем собирают более сложные схемы, затем программируют их на ноутбуках на выполнение поставленных задач. То есть они собирают схемы, программируют их, и получаются какие-то устройства, которые выполняют какие-то поставленные задачи. И уже к концу обучения они работают с настольными моделями «Умный дом» и «Умная теплица», где подводятся итоги. То есть они понимают, где они могут применять знания в сборке схем, в программировании. И уже это их мотивирует дальше обучаться по данному направлению. Робототехника и программирование – одни из самых передовых и востребованных профессий на сегодняшний день. И для многих ребят занятия в парке будущего, возможно, станут началом долгой и интересной карьеры и помогут сделать свой вклад в будущее.